Яйца, куры и продукции из куриного мяса из Бельгии, Нидерландов и Германии в Россию, в частности, в Петербург, не поставлялись. Об этом сообщили Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей. Территориальным органам Роспотребнадзора поручено усилить контроль. Такие меры приняты в связи с обнаружением в Европе отравленной продукции. В Германии ядовитый химикат фипронил нашли уже в 11 миллионах яиц. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минсельхоза ФРГ. По данным Еврокомиссии, отравленные яйца были обнаружены всего в 14 государствах Европы. Фипронил используется для борьбы с блохами, клещами и другими паразитами. У человека химикат в случае накопления в организме может вызвать поражение печени, почек и щитовидной железы. Особенно вреден химикат для детей.